Всех приветствую, продолжаем знакомиться с описаниями работ художников. Вакх и Ариадна, братья Лине. Около 1635 года холст масла 102x152 находится в Музее изящных искусств в Орлеане, Франция. Братья Лине, Антуан, Луи и Матье родились на севере Франции, в Лаоне или недалеко от него, почти на границе с Фландрией. Хотя братья Лине известны как художники крестьянских сцен, но они также исполнили несколько светских композиций, таких как Вакх и Ариадна, написанных в их полном цельном стиле. Совершив подвиг, Тессей бежал с Ариадной на остров Наксос, где, по одному сказанию, Ариадна была убита стрелами Артемиды, наученной Дионисом, ибо вступила в брак с Тесеем в священной роще. По-другому, покинута Тесеем и найдена Дионисом, который на ней женился. Юного Бахуса ловит именно в тот момент, когда он обнаруживает Ариадну на острове Наксос, после того, согласно легенде, как ее бросил греческий герой Тесей. Вот такое описание нашел в интернете к работе братьев Лине, Вакх и Ариадна. Около 1635 года находится в Музее изящных искусств в Орлеане, Франция. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.